Всем привет, вы на канале Дмитрий Тер. С вами Дмитрий Тер. У нас все как всегда логично, а я напутал начало. Но ничего страшного. Слушайте, вчера вышел трейлер Меган, как вы знаете. И Меган там танцевала. И у меня появилась мысль. Танец Меган затмит танец Wednesday. Как думаете? Напишите об этом в комментариях. Это очень интересный вопрос. Но чтобы вам было более наглядно, давайте посмотрим танец Меган и танец Wednesday. И сравним их. Пишите свои комментарии. Меган. Мы должны отключить ее. Господи Иисусе, а я думал, мы друзья. Теперь у меня есть основной пользователь. Я. Танцы мы посмотрели. Я лично считаю, что это подрастающее поколение, которое может затмить Wednesday. Но единственная проблема, что у создателей Меган, я не думаю, что есть такие бюджеты на такую маркетинговую акцию, так скажем, в виде танца, и чтобы это все завирусилось и так далее. Да и Меган чуть-чуть не то кино, чтобы его так форсить. Но танец мне зашел. Для трейлера это было прям интересно, и музыка очень мне понравилась. Это прям прикольный саундтрек, который мне прям действительно зашел. Напишите мнение свое в комментариях. Будет интересно почитать, что вы об этом думаете. А на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, дальше будет еще интересней. Всем спасибо, всем пока!